при Иртыше проводится инвентаризация культурного наследия. Это связано с подготовкой периодического отчета Республики Казахстан о выполнении Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия. В репрезентативный список международной организации внесено 13 элементов нематериального культурного наследия. Смотрим далее. В этом году периодический отчет в ЮНЕСКО сдает Республика Казахстан. Это делает не только наша страна, но и все остальные государства. Все регионы Казахстана проводят инвентаризацию духовного культурного наследия. В Павлодаре семинар собрал искусствоведов, представителей национальных видов спорта, жерше, термеше, исследователей региона. Уважаемые коллеги, понятие «культура» делится на две части. Большая часть отрасли – это материальное наследие, это археологические раскопки, культурно-исторические памятники, памятники природы, с которыми вы прекрасно работаете. Все регионы работают над материальным наследием. Вторая сфера – нематериальное культурное наследие. В принципе, два направления должны идти параллельно. Всего в списке ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия 13 элементов. Это кюй, юрта, айтыс, национальная борьба, кузбегілік, қатырма дайындалу, науырыс, асық ату, қорқат ата, қымыс мұрындық, тоғыз қымалақ, юмористические рассказы Қожана сыра, өртеке. Основная цель состоит в том, чтобы отслеживать 5 ежегодных отчетных работ, поскольку 13 отдельных и совместных элементов находятся под защитой ЮНЕСКО. Сол 13 элементов. Для определения текущего состояния этих 13 элементов проводится инвентаризация, в том числе и в Павлодарской области. То есть идет паспортизация области, называется номинационная карта. Заполнение анкет в зависимости от текущего состояния, определения уровня ассоциации с отдельными наследниками, которые их хранят, продолжает это дело. Основная особенность регулярного периодического отчета – показать распространение этих элементов нематериального культурного наследия на конкретных примерах, то есть с использованием принципов доказательства. Таким образом, в целях периодической отчетности в ЮНЕСКО будет регламентировано географическое состояние региона, историческая культурная обстановка, миграционный показатель, проведена паспортизация. Всего в нашей стране на сегодняшний день насчитывается около 80 объектов нематериального культурного наследия. Мурат Билмажит, Самал Халиказы, Евгений Олейник, Ертыс Ахпарат.